партнер проекта – компания ООО «Парма-УПАК». Относительная безмятежность леса обманчива, особенно если вы находитесь на Пермском картодроме, особенно в ту пору, когда здесь, как сегодня, готовятся к краевым соревнованиям, открытым краевым соревнованиям по дрифту. Сегодня, пожалуй, самая необычная программа «Эх, дороги» за все последнее время. Сегодня мы не будем говорить о проблемах, сегодня мы будем говорить о спецах за рулем. Ни рева моторов, ни жуткого шума проносящихся мимо автомобилей пока нет, потому что тот день, когда мы здесь это снимаем, подготовительный, за целые сутки до начала основных соревнований профессионалы тестируют трассу и тестируют те автомобили, которые, собственно, уже в самое ближайшее время начнут показывать класс на этой площадке. В дрифте участвуют даже девочки. На самом деле все зависит от профессионализма водителя, гонщика. Я не знаю даже, как правильно называть тех, кто пилотирует эти самые болиды. Другое дело, что подготовка их для профессиональных соревнований – дело на самом деле не хитрое. Если вы хотите просто гоняться, не участвуя в профессиональных соревнованиях, таких, какие проходили в эти выходные на Пермском картодроме, будьте готовы выложить из собственного кармана 1300, не меньше. Об этом говорят организаторы. Двигатель тойотовский, а автомобиль Mazda. Вот это вот один из тех самых технических нюансов, которыми наполнены участники этих замечательных соревнований. Вот, кстати, владелица этого автомобиля. И она тоже, надев шлем, может спокойно входить в управляемый занос, причем, наверное, на любой трассе. Ну, на самом деле, я еще только начинающий дрифтер. Ну, я думаю, что дело ведь не в том, какой у тебя статус, а в том, что ты вообще этим занимаешься. Многие в твоем возрасте вообще вышивают. Да, в том, что, в принципе, мне это интересно. Обучение, так сказать. Не страшно? Нет, не страшно. Наоборот, хочется все больше и больше этим заниматься. Все это мега круто. Вот. Вот так вот. Все на сегодня. Если вы, к большому вашему сожалению, в выходные не были на Пермском картодроме, я вам лично сочувствую. Но не беда. В ближайшие выходные в программе «Эх, дороги» смотрите более подробный, развернутый материал о том, как проходили эти соревнования. Если мы не сможем вам голосом сопроводить то, что здесь было, то, по крайней мере, видеоклип из этих замечательных кадров, заездов мы покажем обязательно. Спасибо за внимание. Меня зовут Артем Жаворонков. Увидимся уже совсем скоро. Пока.